Всем привет, я Антон Ковалев. Ну, волнений не было, да, просто нужно было выходить, побеждать, выполнять установку тренера. В принципе, я думаю, в первом матче мы это сделали, во втором тайме только чуть-чуть подсели, вот. Про усталость я бы не сказал, мы вот вообще, я там, Денька Лаптев и Тимоха Шарковский, мы вообще отдыхали, то есть, ну, мы 20 минут сыграли в первом матче, поэтому мы 100% были готовы играть. Это перед игрой тоже подсказывают тренеры, что Антоха надо больше бить, больше подавать. Но не всегда просто в игре, скажем, есть такие моменты. Считаю, что уровень мастерства, в принципе, у меня он не слишком высокий такой, я очень мало забиваю, это мне не нравится, но я стараюсь над этим работать каждую тренировку. И Васильич мне говорит, Афанасьев, это мой личный коуч, так скажем, он мне очень сильно помогает. Вот. Хочется, конечно, забивать очень много, но с чем связано, я не знаю, просто ну, уровень реализации такой. Над этим надо просто работать, и все. Момент, если моменты есть, ты обязательно будешь забивать, если уровень реализации будет повыше. Поняли, что как бы игра ни складывалась, болельщики — это мы единое целое, команда и болельщики. Поэтому их игнорировать вообще нельзя, ну, какая бы игра ни была. Ну, провалили матч, да, это бесспорно. Моментами что-то получалось, в первом тайме могли, в принципе, закрывать этот вопрос, но получилось так, что мучились еще до конца матча. Да нет, все нормально, я думаю, ребята, там, Андрюха Кобец, Илюха Рудский и остальные, они уже нормально, хорошо себя чувствуют в команде, я считаю. Вот, мы в этом им помогаем. С чем связано, я, ну, не знаю, затрудняюсь ответить, просто не наш день, можно так сказать. Вот настраивались все, как и на первый матч, второй тайм, как Василий говорит, но просто не наш день, что-то не получилось, где-то что-то свое не забили, не отдали, поэтому такой результат. Спасибо.
нужно приходить, благодарить, потому что они постоянно выезжают на выезда, это дорогого стоит. В Солигорске постоянно мы играем часто, и там больше, чем солигорских болельщиков, наших фанатов, поэтому... Всегда хочется побеждать, всегда хочется завоевывать кубки и медали. В принципе, мы этим сейчас и занимаемся. Усердно тренируемся, да, может быть, не все получается, не всегда, как мы хотим. Но, повторяюсь, не предела совершенства, мы идем к этому. В этом году финал Кубка Бжотина? Наша цель? Да, 100%.